Блин, вот это жизнь. Вот так вот отдыхают властители ЛС. Вот так вот, да. К нам присоединился еще один товарищ, его знает как раз мой друг, и мы втроем вроде как поедем помогать Ламару. Вроде как все будет путем. Фу. Ух, эти сигары надо завязывать явно. Ну что, поехали работать, товарищи. Куда же нам надо? Ну, я готов. Хорошо. Так, все, хватит отдыхать. Надо нам добраться, наверное, до берега до какого-то. Так, есть здесь лодка-то, да? А я поеду на большой. Да, ну им бы, конечно, они быстрее, наверное, хотят добраться. Ну и так веселее, конечно, намного. Блин, здорово, конечно, так жить. Ладно, когда-нибудь у меня это все будет. Главное работать, как говорится, не покладая рук, и все будет. А, хорошо. Отлично, и поедем вместе тогда. Туда нам надо, да, вроде? Ох ты, нифига. Нифига себе машины. Вот это да. Вот это машина для дел, я сразу понял. Вот это да. К Бенни едем, в общем. Так что погнали. Классно, да, чувак? Вообще ништяк получается. Интересно, а сколько у Ламара еще для нас дел каких-то? Я вчера гелик купил. Ух ты, нифига себе. Класс, потом заценишь обязательно. Небось, с тюнингом, со всей фигней. Так, ну почти приехали. Мы уже рядом практически. Так что все супер. Так, вот сюда нам надо, к Бенни, я так понимаю. Да, где мы и знакомились с Ламаром изначально. Да, ждем, пока что-то его не видно. Так что встретимся, я думаю, с ним. Сейчас должен подъехать. Так, ну что у нас здесь? Ай, опять Ламар, блин, отгребает от кого-то. Эх, да ладно тебе, блин, не ссы. Разрулим что-нибудь. Что он несет, чувак? Компенсирует он, конечно. Конечно, компенсирует. Пипец тебе, чувак. Да. Ну говори, что надо-то. Понятно, значит, ты хочешь, чтобы мы тачек подогнали ему, да? Чтобы он расслабился. Хорошо. Слышь ты, блин, с нами не хочешь прокатиться? Только и сидит там за решеткой за своей. Белый гелик, стоп-сигнальные огни. Так, поехали. Поехали за тачкой. Вон за той, да. Так, все, замечательно. Белый гелик. Ты ко мне-ка подкати. Я вырос на окраине рабочей городской. Парнишка в модной кепке, зуб потертый золотой. Парень весь простой в общий, не мажорчик я. Встречу все бандиты улыбаются. Я не знаю этот текст, я просто так вспомнил свои рэперские годы. Они что, за нами едут, что ли? У них же свое должно быть задание. Эта тачка в гараже, что ли, стоит? Или что? Так, выгоните ее оттуда быстро и сюда. Хорошо, как скажешь, мэн. О, там я смотрю проблемы. Проблемы там у нас, да? Какие-то проклевываются. Давай умирай, падла. Еще один остался. О, а не один, нифига. Так. Где-то он там, да, по-моему. Так, а как мне сюда влезть-то? Чувак, ты можешь это... О, нормально. Все, поехали. Лоурайдер на месте. Ух ты. Как мы его днищем-то сейчас процарапали. Вот тебе и вырос на окраине, блин. Так, погнали, погнали. Вообще зачетная тащила, да, мэн? Тачка вообще ништяк. Улетная. Эх, вроде все более-менее легко прошло. Я не заметил особых проблем. Но не надо расслабляться, как говорится. Все еще может обернуться не так хорошо, как кажется. Ладно, поедем. Ай, блин, печально все как-то получается у нас. Мы-то вроде справились, а вот наши коллеги, ребята, вторая пара, они что-то не очень-то как-то это у них получается там.
Что-то они все никак машину не найдут. Надеюсь, все получится. Так, все. Мы доставили эту тачу. Так, что теперь нам делать? Поехать к ним, посмотреть, что у них там. Так, садись, чувак. А то у них там что-то не очень получается все. Так, ну что ж, тачки мы пригнали. Так что проблемы будут сейчас, по-моему, у нас. Потому что вряд ли они, так сказать, эти тачки оставят в покое. Ламар Дэвис. О, начинается проблема. Да офигеть. О, жесть. Начинается жесть настоящая. О, блин. Наверное, я себе плохое место выбрал, да, для того, чтобы сидеть. Потому что сейчас будет жесть полная, блин. Их столько здесь народу, походу. Надеюсь, никто не сдохнет. О, умирай, падла. Время умирать. Time to kill. Вот это я, конечно, отжал. Вот это я, конечно, подмутил. Дерьмо. Надо же было так четко, блин. Ну там прячется где-то. Так, они с этой стороны идут. Надо теперь с этой побить. Так, давай, давай, осторожнее, Артем. Артем, осторожнее. Главное, не убейся сам. Так, они отсюда опять идут, да? Я так понимаю. Ой, блин. Расстреливаем, козлов. Блин, они со всех сторон лезут. Надо быть осторожнее, конечно. Вон они идут, вижу. Так, давай, давай, прикрывай. Ва, норм. Ху-ху-ху-ху-ху. Ох ты, ёперный театр. Чё-то, по-моему, становится слишком проблемно тут выживать. Вон он, вали его. Неплохо. Так. Ах, должны мы как-то справиться, я думаю, с этим. Их, конечно, много, но мы тут неплохо окопались, в принципе. Пока вроде никого не видно. Но я думаю, это не все еще. Как-то было бы странно. Кажется, все. А по-моему, не все. На крышах-то нету, может быть, они где-нибудь сидят. А, это все, да? Все, значит, на этот раз все. Е-е-е. Эй ты, трус хренов. Эй, блин, нафиг он нам нужен? Мы же и без него справимся. Так, ну все, чувак, с тебя тюнинг моего лоурайдера, и меня не интересует, как и что. Иначе я тебя сам приду грохну, понял? Желтоглазый. Желтоглазый желторотик. Ну давай, давай. Всего тебе хорошего. Будь че, звони. Поработаем. Опять 17500. Прям неизменен, чувак. От этой сделки зависит мое здоровье, а вы пригнали разолбанные тачки. Теперь мне прямо ясно, кому тут можно доверять. Да иди ты в жопу, козел. Ишь, что захотел, блин. Мы, по-моему, и так неплохо очень сработали, в зависимости от ситуации. Так что пошел бы ты нахрен, товарищ. Так, ну что ж, такого Ламара отстанет. Да, Ламар вроде отпустил нас. Он сказал, что Бенни даст нам всем 80% скидки на первый тюнинг. Так что все супер, блин, я думаю. Почему нет? Ну что ж. Можно, в принципе... Ну чё, где будем отмечать-то? Да-да, конечно, прокачаю, ты что? Обязательно. Давай ко мне домой. Хорошо. Давай на эту, она больше. Все поместимся, а то там это... Поехали тогда за ним. Только в магаз. Да, надо сначала в магаз обязательно заехать, чтобы взять что-нибудь выпить. Так, ладно. Затусим так затусим, блин. Ну, хоть с Ламару сделали все, что он хотел. Сначала помогли с тачками, потом помогли с проблемами. Так что он теперь наш должник. И никакой Бенни его не окупит, по-любому.
мало ему будет. Так, едем тогда домой. К этому. Вон там магазин есть. Хотя у него, наверное, все есть, не обязательно магазин. О-о-о. Нехило. Ладно, не будем в магазин заезжать тогда. Вот тут есть, так сказать, место. Можно сходить, посмотреть, что у этого кореша дома. Йо, я уже здесь, чувак. Так, впускай второго. Будет дискотека у нас, вечеринка. Тоже прикольный домик такой. И вид хороший, супер. Может, тоже как-то в дом переехать. Так, ну что ж, я думаю, стоит начать с венца, а там посмотрим, как карты лягут.